Всем привет, ребята! С вами снова я, Фил. И сегодня я вам покажу мод на читерские предметы. То есть, Майнкрафт, как стать читером. И, ребята, хочу сразу сказать то, что этим модом пользуется Компот. В некоторых видео я видел. И так что, ребята, да, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Ну, а я начинаю. То, что вы только что видели, это все не просто так, из-за того, что это реально камеры. То есть, допустим, давайте-ка мы возьмем монитор и камеру. Смотрите, я даже вам сейчас показать хочу так. То есть, вот камера, и мы берем ее. Смотрите, прикол. Летим сюда, подключаем ее и, допустим, куда-нибудь идем. Например, в загон. Ну, на второй этаж. Сидим и смотрим. Все. Ребята, все. Вот это вот все. Короче, ребята, это все очень круто. Все очень просто. Вот. Итак, ребята, сейчас я вам хочу показать вот эти все ведра. То есть, это не просто ведра. Давайте-ка я вам сейчас для начала покажу лаву. Вы видите букву F? Что может обозначать буква F? Она нас лечит, ребята. Лава нас лечит. Лава нас, блин, лечит, ребята. То есть мы можем сделать источник лавы. Когда на нас кто-нибудь будет нападать, то, допустим, мы будем лечиться. Давайте-ка это прямо сейчас и проверим. Нужна нам ночь. Вот, ночь. Все, проверяем. Эй, монстры. Так, славу разливаем. Факел мы соберем. Ставим вот сюда. Так. Давайте, зомби, вы где? Где все зомби? Спавнитесь уже. А, вот, крипек. Крипек. Блин, слабо, ну ладно. Давайте-ка еще раз. Где там у нас лава? Жалко то, что она не светится. Это факел. Вон там зомбак. Вижу зомбака, а вот. Так, давайте-ка его разозлим. Так. Бей. Давай, да. Прекрасно, паук. Теперь я тебя убью. Ребята, у нас драка с пауком. Он может меня убить. Но не тут-то было. Я бегу. И случайно замечаю какое-то странное озеро лавы. Ныряю в него и... Оно меня реально лечит. Ребята, меня реально лечит лава. Я могу здесь бесконечно. Ай. Но, ребята, когда меня бьют в этой лаве, я все-таки могу умереть. Нет, я сгораю. Нет. И дальше я хочу показать воду. Вы спросите, это самая обычная вода. Ты че? Но, ребята, сейчас вы убедитесь в этом. Не тут-то было, она нас убивает. Нас убивает вода. Когда мы рядом с ней встаем, она нас убивает. Она нас реально может убить. Я думаю, вы поняли суть этого всего. Это мы забираем. Лучше отправим это ведро в океан. Или хотя просто... Да, ребята, это также работает на мобов. Это мы убираем. И это заливаем сюда. Видите? У нее меняется текстура. Она более светлая. Жалко то, что эта вода не заражает другую воду такой же водой, какая и она. Кстати, также, ребята, это очень легко ее понять, судя по названиям. Судя по их картинкам, из-за того, что тут, как бы, на обычном ведре воды нету буквы F. А здесь буква F есть. Дальше, ребята, у нас идут следующие вещи. То есть, с этими мы разобрались. Дальше мы просто берем левел первый. Не, давайте левел второй возьмем. Левел пятый возьмем, давайте так. А дальше, ребята, у нас просто идет вот такая вот штучка. И давайте-ка возьмем, например, какую-нибудь железную дверь, которую мы просто так открыть не можем. Просто мы встаем, ставим этот блок, подносим эту карточку, и дверь открывается. Потом мы опять же так же, и дверь закрывается. Очень удобно для всяких домов. Профессионалов всяких. Это очень помогает. А дальше у нас идет как бы сундучки с паролями. Да, ребята. То, что вы любите. Пароли. Да, мы заходим. Вводим любой код. Не такой длинный, чтобы... Потому что я не запомню. И все.
Просто набираем 4, и у нас открывается весь этот сундук. Смотрите, если мы вводим другой код, это у нас не получается. То есть, если мы введем вот такой код, он не откроется. Нам нужно ввести код именно 4. И мы потом положим сюда карточку. Иначе нужно разгадать код, да? Можем забрать карточку обратно. И никто больше ее не заберет. Из-за того, что никто больше не будет знать пароль. И да, ребята, также дальше у нас идут уже двери с паролями. То есть, это у нас нужно ввести пароль. Я тут ввел 335. То есть, вот, все, дверь открыта. Она закрывается. Мы вводим 335. Она открывается. Также с этой дверью 335. Она открывается. Дальше у нас тут добавляется электрошокер, у которого достаточно мощный урон. Он убил жителя с 2 ударов. Житель, у которого 20 жизней, убил за 2 ударов. Ну вообще. Также он наносит некоторый урон и наносит урон замедления. Да. Ребята, это у нас печка с паролем. То есть мы вводим 3-3 и все. У нас вот можем землю пожарить на уголь. Все прекрасно, все понятно, но только самое главное не забыть пароль. Ой, ребята, я его уже забыл. Шутка. 3-3. Все, все, можете плавить что хотите. И, ребята, не волнуйтесь, никто в вашу печку не залезет и не украдет весь ваш уголь, который вы так долго добывали. Дальше у нас, ребята, идет самая настоящая сигнализация. Да, то есть, если кто-то у вас что-то украл, вы можете нажать на кнопку и... Да, сигнализация. Она также кнопка светится. Все. Мы с сигнализацией больше будем снимать. Так. Это у нас просто раздатчик во все стороны, который бросает, наверное. Дальше у нас идет электрический забор, к которому мы просто подходим. И он должен убивать, но меня он не убивает, наверное, из-за того, что я в броне. Нет, короче, ребята, это просто такой электрический забор, который просто должен бить током. Одеваем свою броньку на себя. И дальше у нас это идет мина. Она просто взрывается. Я пробовал в выживании, ничего не работает. Это тоже мина, тоже мина, тоже мина. Эту мину можно спутать какой-то там странной черепушкой. Очень похоже, что это черепаха какая-то. Но это мина, ребята, это мина. Также у нас тут есть рельсы мина и блоки с минами. То есть, вот когда вы их ломаете, они взрываются. Дальше у нас идет дверь. Вот такая, тот самый электрический забер. Ну, это вы уже видели. Это у нас железная дверь, которая служит будет только нам. То есть, вот. Hello, Philbox Bro. То есть, да. Мы уходим. Она закрывается. Давайте-ка за этим посмотрим. Стоит там такая, стоит. Открытая, открытая такая. А, нужно, чтобы мы зашли, и она закроется за нами. Все, ребята, больше нам не нужно ничего делать. Двери сами работают. Мы выходим. Жалко то, что их нельзя закрыть. Просто замок. Вот, короче, все удобно. Все очень прекрасно. Когда вы ломаете, она вам выпадает. Можете идти в путешествие, она будет работать только на вас. Все. И можете спрятаться от любых игроков. У нас тут еще есть и другие двери. Не такие, которые я только что вам показывал. Так что погнали быстрее, погнали, погнали, погнали. Что это за дверь? Это сама дверь с паролем. То есть это была не дверь с паролем. Мы вводим код, и она открывается. Мы нажимаем на дверь. Вот, ребята, у нас тут код нужно вводить. 3-4. Все, мы заходим, она за нас закрывается. В принципе, это все, ребята. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну а на сегодня это все. Всем пока-пока. И, ребята, не забывайте писать комментарии к моим видео. Обязательно, ребята.